лучший барабанщик страны и лучшая вокалистка современности. Встречайте, Данила Гулевич и Ярослава Дегтярева. Привет! Привет! Здравствуйте! Вы не перепутали верх от костюмов? Нет? Нет. А что вы такие серьезные? Все, звезды зазнались, что ли? Нет? Нет. Данил, ну как жизнь после славы? Да нормально. Да? Что говорят твои друзья, сверстники? Хвалят, поздравляют, по плечам, по спине там хлопают, что типа молодец, крутой. Ну, давай, если по спине, это уже просто бьют, да? Нет. Так, с Сукачевым-то продолжаете гастролировать? Да нет. Чего? Он тебе не подошел? Ну, просто мы домой уехали, он по своим делам. А, по своим делам он любит. Ясь, какие у вас планы на Новый год? Ты написал что-нибудь Деду Морозу? Пока еще нет. Но собираешься? Собираюсь. Так. Просто со мной в первый раз такое случается, что я не знаю, что мне попросить на Новый год. А, все есть уже, да? Тяжелая ситуация. Ясь, если у тебя уже все есть, может, ты мне что-нибудь попросишь? Удивится Дед Мороз, если маленькая девочка попросит кроссовки 43-го размера? Наверное, да. Ага, понятно. Ну, а ты, Данил, что? Я написал уже все. Написал уже все? Да, давно. А можно рассказывать? Нет? Ну, намекни да, хотя бы. Да я даже если расскажу, ты все равно ничего не поймешь. Да куда уж мне, конечно. Ой, а почему я не пойму? Ты знаешь, что такое Том Холдер? Кто? Том Холдер. Том Холдер? Ну, актер такой был старый. Нет? Нет. А ты не против с Ясей отправиться в совместный гастрольный тур? Когда? Ну, пока Сукачев от своих дел отойдет. Нет, если время будет. Ага. А что, ты такой занят, что ли? Школа. А, да. Контрольные. А ты в курсе, что ты рокер? Ты должен забить на школу. Протест должен быть. Какая школа? Нет. Ты должен мимо школы идти сразу в гараж. Там... Нет, я не могу. Рок-рули! Ясь, а правда вот мне рассказали, что якобы, может это сплетни, знаешь, про звезд разные слухи ходят, что наши редакторы хотели посадить тебя с другими девочками, а ты сказала, что настоящие рокерши с принцессами не сидят. Да. Ты так сказала? Да. Ты злюка? Нет. Нет? Ты выпендрежница? Нет. Нет? Я просто... Так. Просто я не люблю принцесс, если честно быть. Ты не любишь принцесс? А за что? Не какие-то принцессы. В платье ходят. Но не, подумала я. Понятно. Слушай, Ясь, ну ты прям кремень. А тебе принцесса нравится? Нет. Вот вы на чем сошлись. А Яси тебе нравится? Ты что-то стал цвета дивана. Да я даже не знаю, что и сказать. Понятно. А что вы показывать-то будете? Я забыл уже. Что-то я с вами заболтался, вы такие интересные собеседники. Рок? Рок не для принцесс. Данила Гулевич и Ярослава Дегтярева. Новогодний рок! Time is this time.
love on the law can bring back your love someday. I will be there. I will be there. Мирная, спокойная детская передача. Великолепная Наргиз. Спасибо. Данила Гулевич.
Слава Дегтярева! Ну что ж, дорогая Наргиз, спасибо, что с такой любовью к нашим детям. И я хочу от вас рокерское настоящее поздравление с наступающим Новым годом. Давайте сделаем вместе, давайте. Ну давайте. В новом году больше рок-н-ролла! Да! Всем счастья, любви, радости! С Новым годом! Да, ну что же, Наргиз, Данила Гулевич и Ярослава Дегтярева. Это концерт новогодний на шоу «Лучше всех».